В Твери также с участием главы региона прошла стратегическая сессия, посвященная вопросам реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. В ходе разговора обсуждались все аспекты старта работы, в первую очередь касающиеся Верхневолжья. На сессии выступили губернатор Игорь Руденя, заместитель мэра Москвы Максим Лексутов, генеральный директор ВСМ «Две столицы» Олег Тони, представители правительств Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Тверской и Новгородской областей, федеральных агентств, РЖД и других структур. Глава нашего региона подчеркнул важность этого проекта как для страны в целом, так и для Верхневолжья в частности. Благодарим президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за реализацию этого масштабного проекта, старт которому был дан официально 15 февраля 2024 года. И этот проект открывает перед регионами новые возможности существенного увеличения роста темпа экономики, туристов, созданию новых рабочих мест. Как известно, по нашей области пройдет самый большой участок магистрали протяженностью 260 километров, при том, что вся длина ВСМ составляет 679 километров. На стратегической сессии рассмотрели меры, необходимые для эффективной реализации важнейшего транспортного проекта, с учетом интересов и особенностей каждого региона, через который будет проходить магистраль. В частности, губернатор Игорь Руденя отметил, что нужно тщательно продумать расположение транспортно-пересадочного узла Твери. Считаем, что ключевыми факторами, конечно, должны стать это максимальная доступность, удобство железнодорожной станции для пассажиров, возможность быстрой пересадки в любое время суток и в любую погоду на другие виды городского, межрегионального, муниципального транспорта. И, конечно, таким образом мы сможем сформировать необходимый пассажиропоток. Кроме того, на сессии обсудили текущий ход реализации проекта, трассировку магистрали на территории Тверской и Новгородской областей. На примере Верхневолжья рассмотрены транспортные схемы по организации подвоза к станциям ВСМ-1. В числе других тем сессии – сохранение автомобильных дорог при строительстве магистрали, а также развитие железнодорожной инфраструктуры.